я снова топлю гусиный жир. Вот такую баночку я натопила. И вот такую из-под пюрешки детской. И сейчас начну сажать лук на зелень. Так, это я делаю первый раз. Сажу я в воду. Так, так, наверное. Много отрезать не нужно. Я подготовилась, посмотрела, как это делается. И вот отсюда вылезет зеленушка. Не получается, можешь срезать? О, идеально. На 10-й лук это научилась. Не расстраивайся, жизнь наладится. Не могу. И наливаем водички. Конечно, в идеале посадка должна быть в грунт. У нас грунта нет. Много налила. Сюда прям немножечко. Но это наш первый опыт с Ксюшей. Поэтому будем учиться методом проб и ошибок. Иди. Они в сарай идут. Дай-ка мне палочку. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, иди. Иди. Иди, 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 иди. Давай, давай, заходим. Заходим, заходим. Все, заходим. Вон, туда, туда, туда иди. Туда, сейчас. Уходи! Покажи нам снежинку. Класс. Давай вот сюда навесь, навешаем. Иди сюда, да. В общем, мы готовили первый раз тушенку из говядины. И у нас всего лишь, ну, для первого раза, я считаю, нормально, одна баночка треснула. Что можно делать еще будет? Чего? Класс. Вот и завершили мы приготовление тушенки. Здесь в коробке у нас 24 баночки. И вот это лишнее, где у нас маленький уровень жира наверху. Мы ее съедим через 2 недельки. Вот такая она у нас получилась. Наша любимая собака. Так тебя любим. Лада была щенком, она с Мишей снимала вещи, одежду валила, его прикусывала. Сейчас нет, она уже такого себе не позволяет. У нас вчера у Ладочки был день рождения. Панда. Ладе вчера был год, моя девочка. Она стала взрослой. Лет. Она, нет, годик.
котик. Она стала взрослая, спокойная. А смотри, твой любимый цвет.